Добрый день! Вы находитесь на канале Народные Советы. В этом ролике я расскажу вам о том, как помочь больному при инфаркте миокарда. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. В последние годы инфаркт миокарда стал чаще диагностироваться у людей среднего возраста. Важные симптомы болезни. Выраженный болевой синдром, который в отличие от стенокардии длится 15-20 минут и до нескольких часов. Боли чаще всего носят кинжалоподобный характер. Появляется резкая бледность, а то и синюшность лица. Больной чаще возбужден. Доврачебная помощь заключается в организации полного покоя больного. Следует быстро дать таблетку нитроглицерина под язык. Одновременно нужно дать успокаивающие средства, такое как валериана, пустырник, валокордин или другие. Периодически вытирайте пот на лице, теле. Обратите внимание, при запоре нельзя давать слабительное. Измерьте артериальное давление. Если оно повышено, примите меры к его снижению. И, конечно же, незамедлительно следует вызвать скорую помощь. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!